О! Ай-ом-ом-ом-ом-ом. О! Чё? Кому-то переподписка упала, да? Алоха хел! Интересно, он вообще сюда еще приходит? Этот подписчик! Так, рейс. Давайте любую карту, любую карту. Нет, давайте нет. Вот давайте вот эту. Нет. Вот эту. Нет. Вот нет. Вот, да. Нет. Ты Сому так и не прошел? Нет. Тоже не особо хочется. Потому что она чем-то похожа на The Cursed Forest, где надо также вот бегать, 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 записки читать, бегать, записки читать. Записки читать, бегать, бегать, читать записки, бегать. Причем очень долго. Опять это говно, ну не надо. Забаньте, забаньте. Я, блядь, сказал, что я проверить зашел, как будет работать интернет. Стример все еще должен мне 1000 за прошлое. Селерче, вы из Украины, вам хрен бабки приведешь. На самом деле нет. Сома годная игра, но я не заставляю, если шо. Да мы Outlast первый будем перепроходить. Мы же его не перепроходили еще. Я в него играл всего лишь один раз, и то, когда на Ютубе проходил. Ну, видосы записывал. Поэтому я считаю, что на самом деле реально вот Outlast, это, ну, будет неплохо. Плюс еще вспомним, как это было тогда. Плюс это было давно. Я уже вообще все забыл. Поэтому, если хотите, я могу. Но только, опять же, при одном условии. И если вы будете смотреть. Да. Да. Будет смотреть, будет игра. Погнали! Все, да, я здесь. А можно не так? Да ты такая большая, ты чё, с ума сошла? Где обещанное аниме, черт? Так я не обещал сегодня аниме, алё. Я же говорил, что в следующий раз попробуем так сделать. Плей? Я тоже джойн. Ой, ребят, нас мало зрителей, мы 1000 не наберем. Вот сейчас мы 1000 набрать не сможем, вряд ли. Не, ну мы можем попробовать, давайте, рискните. Ебать, карта к 100. Итак. Кстати, плывет, не плывет? Ребят, Танос есть? Я поплыл? Да ладно, плывет. Да ладно, плывет! Вепка плывет, в смысле? У меня битрейт, сука, 6500, гадина. Почему это происходит? Ладно, давайте. Так, ребята. А сейчас я поставлю битрейт 8000. Чуть 80 тысяч не поставил. Алло. Мне нужен денег. Он мне скидывал настройки своего ОБС. Я помню, вот он играл, короче, и у него не было такого. Денег. Как денег? А, вот, нашел. Ой, блин. Так, что у него там? Ага, вижу. Сейчас в точности поставлю так, как у него. Итак. Итак, жму принять, ребят, все, ГГ. Восемь тысяч. 8000. 8000. Пока потери кадров я не вижу. Потому что надо, блять, и все. И что надо, я так и не понял. Потому что надо стримить через 2 ПК на кастомном Presity 820, а не 1080. Я в этом не шарю. Это как вообще? То есть, подожди. Оно опять сейчас будет, да, плыть? Стой, ну уже не так сильно плывет, кстати. Не плывет, но не так сильно, кстати. Хотя это потому, что мало буков. Вот часто меня расхуярит.
сука. Понятно. Танос, ну хватит меня своей перчаткой бить, дебил. Неадекватный какой-то. Ладно. Возвращаем битрейт тогда. На 6 тысяч, не будем свой интернет мучить. Все, все. Все. Все, все, все. Шо, шо, шо. Шо. Так, ребят, вы готовы, да? Я так понимаю, что... Ну, почти 1000, кстати. Нихера вы активные. 2500 зрителей. И почти 1000 в игре. Так, гайс. Ну? Мы дождемся еще 150 человек. Давайте. О, 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 пошло, давайте. Еще чуть-чуть. Куда вы побежали? Стойте, вы в игру идите. Ну. Ну. Куда вы бегаете-то, блин? Да остановитесь, зачем вы убегаете? Я вас не укушу. А вот если догоню, больно будет. Сука. Я догоняю! Я быстрее бегаю вообще-то, имейте в виду. Сука, а. Давайте, ребят, 50 человек. Ну! Там аж жопа за кого-то сгорелась. 50 человек! 40! Почти 40. Ну! Плей, плей в чат! Просто отправьте команду, плей! Восклицательный знак плей! Давай, давай, 970, 975, ну, ой, 980, ой, 10, 1000! Ну шо, ребят, погнали. Ни хрена себе тут карта, а. Ёма, что? Будет тяжело, короче. Будет очень тяжело. Но вы справитесь, да? Поехали. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я поплыл. Давайте я уберу текст, чтобы в Таноса не превращаться. О, бля. Так, первое место. Уже не ты. Я тут узнал, что если нажать на цифру 1, то тебя перекинет на того, кто первое место занимает. Ебать! Как? Дебиля, ты как тут оказалась? Стой! Какого? Стой! Хотя вроде тебя... Ебать! 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 Где? Я не понимаю! Тут все в этих... Гоголь! Это же псинка! Чё? Я ничего не... А где я?
Это так же непредсказуемо, как пятая серия Игры Престолов. Просто пиздец. То есть, Гоголь прям уже на финише был, но эта же псинка взяла и вот прям перед носом перегнала его. Я представляю, как ему обидно сейчас. Это же... О, Пришвин живой. А я сдох, да? А, ну, я вообще на финиш не пришел. Кто тут живой? Кто дошел до финиша? Белка, Пришвин. Флинк. Да иди ты с экрана нахуй, я хотел посмотреть, кто здесь. Чё ты вылез-то? Ну и чё ты вылез? Я умерла? А я тебя-то искал как раз, ну ладно. Ну что, ребят, все, да? Мы не играли на... Ладно, так уж и быть, подарю подписку, господи. Да все, все, вот не надо мне тут лицо корчить. Но, короче, 10 секунд даю, не успеешь, да все, мне пух. Старт. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Кто? Ой, не, ну это фэк, она не на первом... Еба... Все, я Танос, да? Ох ты ж, ё-моё. Не, ну это красиво, конечно, да, но если бы еще не расплывалось, всё хреном собачьим. Помогите! Тут мне больнее всего. Ой-ой-ой, а кто у нас тут первое место? Плацебо! Плацебо, ребят, плацебо занимает по качеству первое место. Вырывается... Чё нахуй? Самовар... Ты как это так? Как ты? Ты что, ты серьезно что ли? Нормально, хуя себе. Как у нас... Как у них получается вырываться? Я не понимаю. Как? О-о-о-о-о! Кто это? Ни хрена себе. У него почти получилось. Борщ. И в итоге он занимает первое место. Или нет? Борщ, давай! Борщ, давай! Борщ, ты чё застрял? Борщ, ты застрял! Плацебо! Борщ и плацебо! Борщ и плацебо! Борщ и плацебо! Борщ! А, это не борщ, это Борис, нахуй! Пепе! Это не борщ! И он занял... Он занял второе место, а на первом саб! Оба. А вот я, это я, кстати. Спасибо всем донатам. Спасибо тебе большое за донат. А меня? Меня не надо целовать, что ли? Не понял. Так, ребят, у нас проблема. У нас подписчик занял первое место. Мне кажется, вот если саб занимает первое место, то это он должен дарить подписку тому, кто занял второе место. Дари Борисовичу подписку. Пепе сдр. Пепездр. А ну-ка. Не, ну а что это наглый, а? Ты и так, подписчик, куда ты лезешь? Ха. А я на каком месте? Я вообще где? Алло.
Эй! О, Порнхаб, мы с тобой почти что вместе. Да. Кау. Их мда? Угу, ясно. Так. Не понял, Мэтт Кантри, а ты-то что делаешь? Ты не должен дарить подписку, я же хотел сам подарить. Ля, дурачок. Ой. Не, ну спасибо тебе за подарочную подписку, но как бы этим должен пипездр заниматься. А не ты. Ну спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Ладно, я подарю тогда плацебо. Чтобы, ну, как бы... Не подумали, что я тут жадный какой-то вообще. 43? А не ты? Чё? Что за говно? Сука, чё это такое? Тут опять какие-то подтверждения вылазят. Россия, я в России живу. Вот. Указал. Приобрести. Чё? Смените способ опла... Ты чё, тупой, блядь? Слушай, у меня проблема. Плацебо. А, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Для Outlast'а нужен отдельный анонс, мне кажется. Вы видели? Опять! Меня опять кто-то сфоткал! Вы видели? Кто фотографирует? Гадина, блядь! Видели, да? Это сосед? А может это ты? Меня наебываешь. А как выйти-то отсюда? Как выйти-то? А, во. А как из игры-то вы... А, во.